добрый вечер! Мы с Вадимом ходили в магазин, который называется «Карусель». Время московское где-то около 11 часов вечера, так что не обращайте на мой уставший вид, это не главное, главное то, что мы купили в магазине. Итак, начнем. Первое, что я вам покажу, это чокопай. Очень красивый рисунок, здесь нарисованы коробки и самые вкусные печенье. Рекомендую с чаем, с молоком или с кофе. И потом это на распродаже. Мы купили две банки пива, и Васька сейчас расскажет о них немножко. Да, ладно. Бомбардир – это всем известная вещь, а дабл шоколад стаут – это один из таких очень приятных напитков. Давайте настоящий английский стаут со вкусом шоколада. Ну, теперь уже не совсем редкость, но в Москве уже во многих местах и относительно недорого. И, ну так, побаловаться немножко. Следующая покупка у нас идет комиксы Скуби-Ду. Андрюха, это тебе. Это для взрослых, это телепрограмма «Антенна». Да, пока в «Карусели» распродажа, пользуйтесь. 650 рублей за пироль, это очень-очень дешево, это 15 евро. Кто знает, это цена такая даже итальянская. Это пока распродажа. Надо пользоваться, пока есть возможность. А, это вредный напиток номер один, но хоть без сахара. Этот хоть без сахара. Это у нас сырники, очень вкусные. Рекомендую со сметанкой, с джемом, вареньем. Короче, для тех, кто ленив, можете покупать и кушать. Так, Вадим купил свечку Магнолия для Вероники, она ароматизированная. Так свечка выглядит, пахнет просто обалденно и очень вкусно. Ваша комната наполнится ароматом и релаксом. Да, 140 с чем-то рублей. У нас они были какое-то время, да, в аптеках, потом пропали. Йод, да, зеленка в таких вот... Да. Первый это спиртовый раствор бриллиантового зеленого, 1%. Ой, ладно, можешь не читать, обычная зеленка. Так, значит, это зеленка. Так. Это у нас бальзам, наша звезда называется. Масло Золотая звезда. Косметическое. О, ну надо же, все стали выпускать. Рекомендация такие к применению: ОРВИ, грипп, насморк, головная боль, головокружение. Хорошо, хорошо. Это в дорожной упаковке. Это вот это с собой главное в дорогу брать. Это для этой цели в основном вот таких вот вещей, это с собой в дорогу брать. Правильно. Редкость в продаже бывает почему-то редко. Йод. Да, тоже очень удобно брать в дорогу. Ну ладно, потом разберем. Это рекомендация к применению, эффективен при удалении бородавок и папиллом. Ага, понятно. Об этих двух вещах я расскажу в следующем видео, так что не пропустите, я их надену и покажу. Все, спасибо всем за внимание, спасибо вам за комментарий, счастливого вам дня, выходного дня. Беда, Мультовский. Раз, два, три, мама Люба, давай. Окей, давай, давай, доктор, help, help, see. Ай, no me lo pise, no me lo pise. Ya, ya. Sin pisar, ay, madre. Окей. Доктор, доктор, доктор. No, Jeje, no, you, you, mira, you. Ah, sí, mira. Следующие малиновые с шоколадными шариками и последние грушевые с шариками печенья. Дальше у меня идет творожная масса с малиной, с изюмом и малиновый джем. Перед вами продукт, который называется творог. Он самый полезный и самый эффективный продукт в мире, потому что он самый-самый полезный продукт. Последние продукты, которые были в этом пакете, это чай и кофе.